башкой не крути, нахуй, крутишь ты, блядь. Она переработает, заебись. Ой, комментарий не очень. Сашка, пока как-то одна отходит, тогда придет, нет? Ну, знаешь, как будто маски. А это тоже, мне кажется, зависит от корма. Посмотри, у нас, наверное, тоже как-то... Она раньше такой не была, а сейчас, видишь, стала тоже такая вот прям непонятная. Вот я посмотрю, другие более... Уже некорректно сидит, блядь. По шерсти, вот. Переведи его нормально. Это тоже ошлось. Ну и что, она уже некорректно сидит. Ну ее штопать, конечно, надо. Ну, так я же говорю, блядь, я же не буду ее кричать, блядь, он сейчас увидит. Поправь собаку. Блядь, он не с ней. Все, все, тихо. Все сейчас хорошо не кричи пока. Thank you.
Да, хорош. Теперь на выдержке осталось лежать. Не-не-не, Дим, ты зря ушел. Он сейчас будет лежать и смотреть. Пока постой, пожалуйста. Пошли, сядем. Ну не, давай лучше, я уже буду как-то стоять. Старый пердун тоже не пердун старый. Когда пришла, она не такая. Где она? В машине, чтобы...
привязали под таким забором. Ну а что? Ну, который разбирается. Да-да-да, она к нам поднесла. Ты же потом кресло не забудь что забрать. Ну, одно оставишь. Это мы с нашей машиной, а ты что, забрать по-любому? Ты сам Тарюша, но сегодня она с нашей машиной. А это вам подарили вишку? Да, конечно. Тебе интересно, как они работают? Да. Ну, получается, максимум 60, а 40, наверное. Ну что, он начинает сосать туда. А ты бы не растерялась, там он еще мало ли. Нет, это не важно. Видишь, собака его даже не смотрит. То есть твоя хата уже так вот смотрит, когда ты смотришь. Конечно, как еще и подружек продать. Вот так.